Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В аптекарском огороде расцвела редкая орхидея «Бык». Как сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, растение получило свое название из-за роговидных выростов на губе цветка. Ароматную орхидею «Бык» еще называют «стангопея». Отмечается, что цветение растения родом из Мексики продлится еще несколько недель. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!